Приветствую вас на канале Робинзон ТВ. В студии Ирина Князева. Подводим информационные итоги сегодняшнего дня. Напомню, что сегодня понедельник, 19 августа. И сегодня на севере египетского Синая произошел взрыв, в результате которого погибло не менее 24 полицейских. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в армии. Кроме того, как сообщает телеканал CNN, еще двое солдат получили серьезные ранения во время взрыва грузовика с военными. А я напомню, что в воскресенье в одной из египетских тюрем, где содержатся сторонники братьев-мусульман, произошел бунт, в результате которого погибли 36 человек. Также напомню, что ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией начались утром 14 августа, после того, как армия начала разгон лагерей исламистов, поддерживающих свергнутого в начале июля президента Мухаммеда Мурси. Власти обвиняют в провоцировании беспорядков сторонников исламистов, которые отказывались покидать площади, несмотря на многочисленные предупреждения, которые звучали в течение нескольких недель. Братья-мусульмане, в свою очередь, заявляют, что военные вели стрельбу на поражение безо всякого повода. И к вечеру также стало известно, что на Синайском полуострове застрелили генерала полиции Египта Ахмеда Галяля. Как сообщает местное агентство МЕНА, инцидент произошел в городе Эль-Арише на севере Синайского полуострова, куда Галяль прибыл для оценки ситуации в сфере безопасности. В момент, когда генерал садился в бронированный автомобиль, по нему открыли огонь. Офицер получил несколько тяжелых ранений и скончался на месте. А вот канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель считает возможное прекращение поставок вооружения в Египет подходящим средством нажима на египетскую власть. Это могло бы стать одной из мер, позволяющих четко дать понять, что мы очень скептично относимся к происходящему сейчас в Египте, заявила канцлер в воскресенье. Нам необходимо заново оценить эту ситуацию. Канцлер также считает, что Европа должна действовать согласованно и приложить все усилия, чтобы достичь прекращения насилия в Египте. За последние 5 дней в Египте, по официальным данным, погибли 750 человек. А днем ранее власти Германии заявили о намерении рассмотреть вопрос о приостановке экспорта вооружений в Египет. Правительство отложило принятие решения о выдаче разрешений на новые поставки оружия. А вот Украина пока не видит причин для эвакуации своих граждан из охваченного протестами Египта. Об этом сообщил руководитель Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Евгений Перебейнос. По его словам, МИД предупреждал граждан Украины об опасности пребывания в Египте и предложил воздержаться от поездок в данную страну. Кроме того, туроператорам было рекомендовано временно приостановить организацию отправок туристов в Египет. Эвакуация пока не проводится, сказал Перебейнос. А вот государственное агентство по туризму и курортам обратилось к туристическим операторам с предложением временно воздержаться от организации туристических поездок в Египет до определенного улучшения ситуации в этой стране. А вот Азаров и Медведев решили, что торговой войны не будет. Сегодня премьер-министр Николай Азаров общался по телефону со своим российским коллегом Дмитрием Медведевым. Говорили о проблемах на границе. Они начались после того, как Россия сильно усложнила процесс таможенного оформления украинских товаров, из-за чего наш экспорт просто остановился. Азаров и Медведев договорились о возвращении таможенных процедур в нормальный режим. И переговоры между руководителями соответствующих служб стартуют уже завтра. Завтрашнего дня. А вот правоохранители начали расследовать избиение активисток женского движения «Фемен» в Одессе. Об этом сообщили в Главном управлении Министерства внутренних дел в Одесской области. По информации правоохранителей, нападение произошло 17 августа около 21 часа вечера возле подъезда дома на улице Довженко. В милицию обратились 2 девушки и 1 парень. Они сняли побои. В заявлении представителей ФЭМН сказано, что на них напала группа неизвестных лиц. Об этом сказал сотрудник пресс-службы. По данному факту уже открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса. Это умышленное нанесение легких телесных повреждений. В настоящее время проводится расследование. Как сообщалось, женское движение ФЭМН просит министра внутренних дел Виталия Захарченко обеспечить круглосуточной охраной активистов движения из-за очередного нападения на них уже в городе Одессе. В организации избиения они обвиняют украинские спецслужбы. Ну и теперь к событиям в Харькове. С 18 августа до 8 часов утра 23 августа запрещено движение транспорта, за исключением транспорта общего пользования, по площади Свободы, а именно на участке от улицы Сумской до улицы Тринклера. По информации
пресс-служба горсовета это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города и 70-й годовщине освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков. И также не забудьте ознакомиться с материалом, подготовленным новостной редакцией канала «Робинзон ТВ» специально для вас. Она находится в ленте новостей. С вами была Ирина Князева. Прощаюсь до завтра.